О, а вы знаете, что с помощью приложения «Мой О» можно удобно управлять номерами родных и близких, чтобы они всегда были на связи? И сейчас расскажу как. Благодаря функции «Мои номера» вы можете легко отслеживать и вовремя пополнять баланс ваших детей, родителей или друзей, чтобы они всегда были на связи. И самое крутое, что все это работает абсолютно бесплатно. Что вообще можно сделать при помощи функции «Мои номера»? Контролировать остаток гигабайтов и минут добавленного номера. Моментально пополнять баланс абонента через кошелек ООДеньги, не выходя из приложения. Подключать необходимые услуги, ну или просто поменять тариф. Как вообще добавить нужный вам номер телефона? Для этого необходимо перейти во вкладку «Мои номера», нажать на кнопку «Добавить», вбиваете нужный вам номер телефона и присваиваете имя каждому номеру. Дальше нужно получить согласие абонента на управление номером, и все готово. А самое крутое, что можно подключить аж до 50 контактов. Ну а если ролик оказался полезным, то не забудьте его сохранить, поставить лайк и отправить своим друзьям. Ну а с вами был Байгазы, еще увидимся, всем удачи и всем пока!